Угроза банкротства и финансовый ступор. Автобусы «Нефазы», или как называют их в народе «метаны», возможно, скоро исчезнут с городских линий. Единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийска до Махачкалы и по пригородным поселкам всего за 10 рублей, под угрозой закрытия. Почему, разбиралась Патимат Ханапова. Более 30 этих больших вместительных автобусов в день стабильно перевозят около 35 тысяч пассажиров. Так называемые метаны соединяют Махачкалу с 5 пригородными поселками – Сулак, Шамхал, Шамхал-Термен, Богатыревка, Кривая Балка, а также городом Каспийск. Теперь для жителей этих населенных пунктов добраться до столицы всего за 10 рублей вмиг может стать фантастикой. Нам досталось очень плохое наследство. Были очень большие долги, которые сделаны бывшим руководством. И фактически предприятие было подано на банкротство. Вот сейчас процессы идут у нас в судах. Мы всячески хотим доказывать, что предприятие может существовать. До банкротства предприятия довел бывший руководитель Шамиль Дебирчуев. На данный момент на него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще в 2017 году сотрудники ПАТП-2 жаловались на незаконные действия Дебирчуева, обвиняли его в расхищении средств. Очень нужны эти автобусы для студентов, для школьников. Ну, например, школьников в день бывает 20, 30, 40, 50 человек их бывает, этих школьников, на каждом автобусе. Даже мы у них проезд не берем, потому что нету у народа денег, нету. Платить даже 10 рублей нету. Мошенническая схема должна была разорить транспортную компанию. Прогорание грозило еще в прошлом году. Тогда автобусы начали продавать по мизерной цене в счет погашения долгов. Однако дело вмешался глава Дагестана Владимир Васильев и потребовал возвращения транспорта на баланс государства. Несмотря на это, финансовые проблемы сохранились, и угроза банкротства преследует предприятие до сих пор. Автобусы «Метаны» – это единственный транспорт в Махачкале, который социально ориентирован. Здесь даже установлены специальные пандусы, которые открываются при необходимости. Отсутствие бюджетного социального транспорта действительно прежде всего ударит по простому населению, ведь в большинстве своем жители довольны «Метанами» и даже предпочитают их другим средством перевозки пассажиров. Честно сказать, для населения будет чуть-чуть хуже, потому что, например, метан в этот едет в Каспийске за 10 рублей. Чем на маршрутке ехать, отдавать там 35 рублей. Хоть это мелочи, но все же не у всего населения сейчас работа есть, деньги есть. Во-первых, дешевле, а во-вторых, там и сидеть можно, и держаться можно. Более бюджетный вариант, будет плохо, если не будет. Всякие удобнее так ездить на остановке и дешевле. Для мамочек, кто с колясками, удобно очень. Можно, например, до Каспийска легко и просто доехать за 10 рублей. Поэтому, да, немножко медленно ездят, но мне кажется, это не помеха. Пускай остаются. Это только удобно, мне кажется. Я думаю, что это плохо, потому что малоимущие, наоборот, это очень удобно на этих автобусах ездить. А так, конечно, должен быть разнообразный транспорт. Не обязательно все зачищать и оставлять, значит, только одни маршрутки. Я думаю, все виды транспорта должны присутствовать. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.